Вот обратите внимание, на судоремонтном заводе имеется такой вот слип. Слип, что такое слип? Это где поднимают теплоходы на берег для ремонта. То есть вот такие маленькие теплоходики помогают пароходу встать к берегу от волны. Специальная такая установка, их поднимают на берег. Вот обратите внимание, пароход стоит на берегу на специальных таких вот подставочках. И здесь уже производят такие работы судоремонтные, там сварку, допустим, пробоины, варят. Вот так вот выглядит слип. Здесь перед вами лауреаты государственной премии СССР Леонид Иванович Соколов, Власюх, Листопадов. То есть они стали лауреатами на больших теплоходах 2000 лошадиных сил. Перед собой толкал по несколько барж, больших барж, по 4-5 барж. То есть это сложно в наших условиях Иртыша, потому что река узкая, но тем не менее они справлялись. С планом, для нашего пароходства делали план, они стали заслуженными государственными лауреатами премии. Вот такой вот.